Мероприятия, посвященные Победному маю, продолжаются весь славный весенний месяц. Так, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, на аллее славы города Видное собрались сотрудники управления МВД и возложили цветы к вечному огню. В торжественном возложении цветов к вечному огню на аллее славы города Видное участие приняли не только руководители и сотрудники управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу, а также ветераны МВД и представители общественного совета. Особая благодарность руководству нашего МВД, вот, так как ветеранская организация в тесном контакте работает. Мы проводим различные мероприятия, стараемся, чтобы жизнь пенсионеров, ветеранов была лучше. Местные жители и гости города тоже присоединились к акции, чтобы почтить память погибших в жестокой войне. Долг каждого – хранить память о подвиге дедов и прадедов, передавать ее последующим поколениям и не дать врагу переписать историю. Это великая победа. Мы передаем нашим детям друзей, всем передаем. Не стоит забывать, стоит всегда чтить. Среди погибших в годы Великой Отечественной войны немало представителей правоохранительных органов. И сейчас сотрудники министерства отважно защищают родину в ходе проведения специальной военной операции. Завершилась церемония троекратным залпом из боевого оружия в память о героях, погибших во время Великой Отечественной войны. Заряжай! Огонь! Заряжай! Огонь!